Здравствуйте, меня зовут Ольга, я дизайнер интерьеров уже более 15 лет. Данный проект создавался по заказу заказчиков на классику. Здесь была выбрана краска нежного бежевого оттенка. Немножко здесь присутствует добавление серости, которое сочетание с контрастным темным деревом. Она дает небольшой отсыл на английскую классику. Также использована у нас Kyoto Pro в данном проекте, потому что для меня это прекрасное качество, которое очень хорошо ложится на стенах, очень хорошо показывает себя в эксплуатации, легко моется. И у нее очень хорошая укрывистость, то есть расход у нее достаточно маленький. Попали очень в тренд года, то, что розовые оттенки сейчас самые популярные на пике моды. Краска на стенах использована Kyoto Pro, которая очень хорошо моется, но при этом она выглядит матовой. Туалет с душем душевой тоже выполнен в классическом стиле, с плиткой кабанчик, в нежных таких сиреневатых лавандовых оттенках. Зона гостиной выполнена в классическом стиле, в таких приглушенных тонах. Краску также везде использовали Kyoto Pro. Краска Store. И оттенок у нас там бежевый, но небольшой капелькой серости и зеленцы. Для девочки выполнено в очень нежных тонах. Это желтоватые и бирюзовые оттенки. Детская выполнена у нас в голубых оттенках и немножко контрастирует со шпоном натурального дерева здесь.